Ежегодно 25 января, в день рождения поэта, они вспоминают те, для кого Владимир Высоцкий стал чем-то большим, чем просто артист. В его текстах голая правда, ирония и трагедия, мечта о свободе, констатация безысходности. Одним словом, вся жизнь прекрасная и противоречивая. Владимир Высоцкий бывал в Твери, и если верить очевидцам, несколько раз. Первый концерт он дал в 1965-м на квартире режиссера калининского ТЮЗа Лидии Ещениной. Затем в 70-х состоялось три выступления в тверских вузах. На одном из концертов посчастливилось бывать Ефиму Бернштейну, тогда студенту филологического факультета. Он рассказывает, что достал билет с трудом и решил с друзьями заранее занять место. За 3 часа до концерта зал пустой, вот такой сюрреализм. Зал абсолютно пустой, но все абсолютно места заняты какими-то вещами. Когда зал был забит уже за несколько минут до начала, у меня гениальная идея возникла. Рядом со сценой было пианино. И мы с друзьями пробрались и сели на крышку пианино. Ефим Бернштейн признается, что на самом деле боялся этого концерта, того, что миф под названием «Высоцкий» рассеется при столкновении с реальностью. Но этого не произошло. Ефим Бернштейн вспоминает, что поэт зашел в спортивный зал, где и проходил концерт, ровно в 4. Тихо поздоровался и сразу же запел, искренне, по-настоящему. Стоит человек перед микрофоном, и у него играет лицо. Когда он поет песни иронические, то он работает бровями и губами и создает образ. Когда он поет серьезные вещи, то его лицо каменеет и становится действительно чем-то вроде монумента, в частности, военные песни. Это произвело впечатление на меня просто поразительное. Я не люблю фатального исхода от жизни. Никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. На другом концерте, прошедшем в зале Академии ПВО, был Анатолий Семячко. На подоконниках сидели, в проходах сидели. Афиш никаких не было, но народа набилось. Вот. И вот он выступил. Конечно, это было незабываемое такое зрелище. По традиции, в день рождения Высоцкого Анатолий Семячко посещает могилу поэта, чтобы возложить цветы и в очередной раз поблагодарить за творчество. Этот год не стал исключением. Солнце, мороз. Вот, конечно, играть на гитаре сейчас тяжело, но тут вот какой-то вот господин сюжета умудрился и поет, хрипит, значит, все как надо. Летом, конечно, здесь много гитар, каждый по углам стоят, каждый свое поет, что-то свое поет, но большинство, конечно, поют Высоцкого. Анатолий Семячко является инициатором установки первой памятной доски на доме Владимира Высоцкого, конечно, неофициальной. Рассказывает, что деньги на мрамор в Твери собирали всем миром. Затем знакомый бесплатно высек надпись. 24 июля, это 1987-го, в ночь мы привезли саму доску, вот, и там уже ребята, уже москвичи, кто-то приехали, значит, даже помогали, значит, встали там, на спину, в общем, встали, я залез и на саморезы перевернул эту доску. О Владимире Высоцком говорят и как о непревзойденном актере. Ефим Бернштейн видел его исполнение роли Гамлета 5 января 1980-го, в последний год жизни. Рассказывает, что до сих пор помнит спектакль в мельчайших деталях. Гул затих, я вышел на подмост, прислонясь к дверному косяку. Это удивительная пластика, это на разрыв аорты, это его выражение, кстати. Это и нежность по отношению к той же Офелии, к матери особенно, к по существу матери изменницы. И боль, и что это немыслимое зрелище. Многие считают, что Высоцкий стал тем, кем он стал, благодаря тому, что не поддался давлению цензуры, а подарил свой талант людям, и за это они всегда будут ему благодарны.